Продолжаю свое вещание. SSF Incursion. ХК, конечно же. Есть импульса. Выпало импульса. Вот на тир 12. Конечно же, я сделал элементалистку Blade Vortex. Это уникальная карта Атолла. Очень нравится этот билд на самом деле. Что за чистка хорошая, что урон в соло цель хороший. Очень доволен этим билдом. Ну, мне все эти карты не нужны. Выпадают. Корабль — это хорошо. Очень быстро боссов сбивает. Потому что это реально огромный урон. Ударного скилла. Плюс валка есть. Что я ей сказал? Чуть не рипнулся нахуй. Вот это сложный босс. Письмо. Да, это было сложно. Нормально. У меня сразу мысль даже вначале возникла, может, не надо корабль кидать. Жесткий моб. Я не помню, кто тут босс. Это девочка. Вау, Blade Vortex тоже очень сильный скилл. Ну, огромный урон просто. Мапы все равно не упадают. Отлично. Плюс она очень танковитая. Мачка. И жирный персонаж. Много хп. Очень хорошо инкашин защищаются. Найс, Vault. Vault — это хорошая комната с валютой. Готов. Вот этот Blade Vortex Wall хорошо защищает тоже Incursion. Лагает.
насыпала. На самом деле, в инкаженах надо быть осторожнее, потому что они риповые все-таки. Все-таки они риповые. Инкажены риповые. Ну вот хорошая зачистка, и урон в соло цель есть. Мне, кстати, эссенция выпала. Делириум. Это вот на эссенс дрейн, насколько я знаю. Ну да, это вот для эссенс дрейна. Нормально. Я на SSF играю. SSF HK так, наверное, по идее, дорого стоит. Ну не так дорого, наверное, как раньше. Но по идее, достаточно дорого должен стоить. Делириум. Ладно. Экспа, кстати, 183 миллиона в час. 180-183, вот такое. Ну, тут просто урон огромный и зачистка. Пятилинк всего лишь. Ловкости много надо в этом персонаже. Такая... Ну, это стандартная достаточно. Вот тут я хп взял и хаос рез, но это стандартно. Длительность вот тут, ну и камень поддержки еще на длительность. Даже не знаю, что я дальше буду тут, наверное, ну я не знаю. Надо ведь посмотреть хпшки, конечно, подкачать бы. Урона и так хватает. Уберлаба еще не пройдена. Ну, в принципе, 81-й левел скоро уже уперла бы. Как-то так вот.